Доброе утро всем подписчикам и зрителям моего канала «Одесса», 9 сентября. Сейчас прогуливаюсь возле моря, периодически отдаленно слышно взрывы. Начал искать информацию, ничего не было, и вот буквально 5 минут назад сообщают о том, что взрывы, которые периодически слышно в пригороде области, это работают наши вооруженные силы Украины. Предупреждают о том, что будет слышно в течение дня. Вот, но слышно, что это как бы не прилеты, такие отдаленные, знаете, глухие, отдаленные взрывы. Поэтому паниковать, переживать не стоит, кто тоже слышит данные взрывы вместе со мной. Погода сегодня в Одессе замечательная, солнышко, ветерочек, прохладно. Ну, классно, короче. После той сумасшедшей жары, которая была буквально несколько дней назад, такая погода более благоприятна. Всем хорошего дня, берегите себя, до встречи в новых видео, пока.